Всем привет! Сейчас хочу рассказать о том, как можно достаточно быстро получить хэч-лист. Это некий вайт-лист в проекте Mecha Fight Club. Возможно, кто-то слышал про этот проект и в курсе, кто-то не слышал. В двух словах расскажу, ресерч не буду делать. Я думаю, есть обзоры в YouTube. Мне нравится этот проект, выглядит очень впечатляюще. Все настолько детализировано, качественно выполнено, проработано, выглядит вообще агрессивно и ярко, вот просто кричит. Это будут яйца, которые мы будем приобретать. В течение определенного времени потом вылупятся из них петухи боевые с определенными параметрами, и они будут воевать. Ну, соответственно, какой-то, в общем, use case будет применен к этому всему. Это очень крутая история, мне кажется. И понятно, что в данный момент на таком даунтренде сейчас много кто боится вообще куда-то заходить. Но если куда-то и заходить, то возможно здесь сейчас как бы локальное дно, да. И есть проекты крутые, которые никуда не денутся. Они будут либо выживут, будут делать свое дело, либо же в буллран. Они пойдут просто вверх, соскамятся, как бы минимальные риски. Конечно же, Dyer не финансовый совет, но это вот лично мое мнение, что лучше заходить в такие проекты, нежели в там флип историю NFT, где про то, что там есть инфлюенсеры и какие-то художники с большой аудиторией, они загоняют там кучу людей, создают хайп, и на фоне этого хайпа и спроса растет предложение, да, и нужно вовремя выйти, как бы. Неинтересна мне такая история. Я в основном придерживаюсь таких проектов, и мне это нравится. Инвестора в этом проекте, как вы уже заметили, Solana, Андрисен Хоровиц и всех остальных вы можете увидеть здесь. Здесь прямым текстом написано о том, что инвесторами являются только те, кто находится в этом списке. Покупая какой-то актив в виде яйца там или петухов или еще каких-либо опций, которые они придумают, вы не будете являться инвесторами. То есть они как бы напрямую заявляют об этом, чтобы люди там не тешили себя какими-то иллюзорными историями, что здесь сборы, которые будут полностью направлены, и в данный момент они направлены на игру, на развитие игры. В общем, для меня это выглядит далеко не рект история, это очень интересный проект. Касаемо их арта, ну вот вы можете посмотреть на яйца, чертежи тут, как разработки велись, но графика поражает. Вот действительно, здесь как раз я могу себе ответить на вопрос, хочу ли я это купить. Я хочу это купить. Самое, что интересное, цена вопроса не 2к, не 1,5к, там, а 200-300 баксов, то есть 7 солан получается. Всего у нас будет 41 тысяча генезис мехабот, из которых вот 6969 будут доступны в первом дропе. Это вот сейчас то, что мы сможем приобрести первыми. В данный момент вот 2690 человек получили хэч-лист, за которым все охотятся. Безусловно, мы можем себя впоймать на такой мысли о том, что у них назначено в планах 7000 хэч-листов раздать как ранним участникам, которые могут сминтить эти яйца. Почему в данный момент меньше половины всего лишь получили эти хэч-листы? Во-первых, действительно, даунтренд дает о себе знать. Во-вторых, они не дают направо и налево всем подряд. Даже при даунтренде и пониженном таком спросе, казалось бы, они все равно, как ни крути, избирательно относятся к выбору, кому отдать эти проходки. Вот, для меня на самом деле как бы это не показатель качества проекта, его величина хайпа и так далее. Потому что я не думаю, что правильно будет по этому критерию отбора ориентироваться. Да, это не обзор, это просто рекомендация, как можно увеличить шансы на получение этого хэч-листа. Хорошо, продолжаем дальше. Итак, хэч-лист — это вайт-лист, который нам дает право на участие в первой продаже яиц в пятницу 29 числа в 20:00 по Москве. Минт будет проходить четверо суток, в течение 4 суток мы сможем сминтить это меха-яйцо. Там не будет никакого газвара, кто первый пришел, того первого обслужили, то есть вот есть определенный список, и в течение 4 дней
будет в комфортных условиях все это проходить. Хорошо, что мы делаем дальше? Варианта два. Либо мы переходим в updates, либо переходим в официальные ссылки. Здесь есть опросник, вот они постоянно его обновляют, они уточняют у людей, да, у меня есть деньги, я хочу сейчас быстрее, давайте, или же я не совсем готов, может быть попозже. Вот, для того, чтобы, ну, определить, какое количество людей из там 30 тысяч человек готовы в данный момент времени забирать эти NFT и так далее. Для этого нужно поучаствовать в этом опросе как вариант, один из активностей. Но, как по мне, так для начала нужно все-таки на официальный сайт и здесь зарегистрироваться. Как проходит регистрация? Нажимаем Sign Up, здесь указываем почту, подписываемся, все, отправляем, приходит письмо нам на почту. Мы копируем ссылку, вставляем в отдельное окно, следующее, не в это же. Там нам говорят, что перейдите на предыдущее. Мы переходим на вот это первое окно изначальное, и здесь прогружается страница, после чего нам предлагают ввести свой никнейм, который в дальнейшем уже нельзя будет изменить. Так что внимательно вводите его, после чего уже прогрузится страница полностью, где мы будем указывать свой Twitter, кошелек Phantom, Solana, MetaMask и Discord. Почему и MetaMask, и Solana? Просто мало ли что вдруг. Мы все понимаем, что Solana может отвалиться, и тогда придет на помощь нам MetaMask. Так как не будет никакого газвара, соответственно, будет комфортно как бы в течение 4 суток оплатить свою NFT-шку. Вот, окей, здесь мы разобрались, возвращаемся дальше. Что нам нужно следующее сделать? Нам нужно зарегистрироваться в Твиче. То есть, давайте так. Здесь мы зарегистрировались, допустим, переходим сюда, нажимаем какую-то из этих кнопок. Все, после этого нам там скажут, что перейдите по ссылке на официальный сайт. Если вы увидите у себя успешную авторизацию Discord, типа, то вот у вас будет никнейм, все окей. В дальнейшем, в будущем вы увидите свой статус. Появился у вас хэчлист или нет. Это тоже необходимо проявить активность, и здесь есть списочек. То есть вот зарегистрироваться, ретвит, лайк, комментарий желательно оставить, Discord, следующий тоже как активность пойдет, и ответьте на вопрос о вашем желании и статусе. Вот. Следующий вариант из активностей — это мы делаем, создаем арт. Те, кто могут и имеют такую возможность, создаете арт. Примеры можете посмотреть, вот Fun Arts. Здесь есть рисунки. Какие-то просто типа в виде инфографики, в виде превьюх. Кто-то руками вот рисует. Вот ребята рисовали, да, ну кто-то рисовал петухов вручную. Видно, что чуть-чуть графики добавил человек. Самое что интересно, что вот трудились. И ребята здесь, я знаю, трудились еще давно. Очень долго пытаясь залутать какие-то роли. Когда была конкуренция, ажиотаж, хайп, было посложнее. Сейчас хайпа нет как такового. И даунтренд пугает людей и дает нам возможность сейчас как бы вне конкуренции более или менее что-то дополучить. По поводу ролей. Значит, здесь, ну вот, команды, модераторы, да, транслейторы, которые имеют определенные роли. Вот Мехаголикс — это те люди, которые, ну, типа трушные, они фулл-тайм здесь находятся и что-то выполняют для этого проекта, поэтому они мехаголики. Таким людям, у которых такой статус, будет какой-то дополнительный дроп или какие-то, в общем, плюшки. Далее, в общем, создаем арт любой, инфографика, превьюха, там, я не знаю, мем, что кто может на тему петухов. Публикуем либо в Twitter, желательно в Twitter, вот так вот, ну, скидывать, это как бы не совсем разумно, потому что в Twitter вы публикуете свою работу, вы пингуете через собаку проект, хэштег ставите, соответственно, и тем самым на аудиторию, на какую-то, на свою или с возможностью по поиску распространяете эту информацию, вы помогаете проекту, контрибьютите, так сказать, да, там, помимо своего арта, еще распространяете информацию о том, что вот, смотрите. Плюс еще размещайте в своей работе, ну, ссылку там, я не знаю, на проект официальную, вот, да, Меха
Fight Club и так далее. Потом Twitter ссылку сюда публикуете. Вот человек, допустим, отметил всех с команды ребят, чтобы они там обратили внимание. Тоже на самом деле грамотно. После того, как здесь опубликовали ссылку, можно лучше желательно две минимум работы какие-то скинуть. А это прям нормальная тема будет. В паблик тоже дублируем. Здесь в языковом чате выбираем язык, который к вам относится. И публикуете тоже в языковом чате сюда работу свою. Следующий вариант активности — это у нас Twitch. Сам я не юзал Twitch никогда, и я его установил только потому, что здесь проходит АМА в Твиче, стримы всякие разные, и в общей сложности я там за пару часов плюс АМА и забираю этот хэч-лист, поэтому рассказываю обо всем об этом. Была сегодня АМА в 4 часа вечера по Москве в Твиче, и раздавали 60 мест. В анонсах мы можем увидеть список. Вот сегодняшняя была. Здесь, скорее всего, время будет синхронизироваться по вашему часовому поясу. Кстати, круто на самом деле они сделали. Четверг, вот 4:30 ночи по Москве, не очень удобно. Вот 4:30 вечера, тоже будет стрим какой-то. Возможно, где-то местами там написать, что я хочу хэч-лист, дайте, пожалуйста, и так далее. И плюс еще в Твиче проходят некие какие-то игры, в которых я тоже поучаствовал. По поводу игр, значит, это просто если в паблике, если вы заметите, что начинается какая-то игра, будет стрим, то, соответственно, заходите. Все равно, как вариант, нужно участвовать, и за это раздают проходки. Если вдруг вы попадете на игру, я сейчас объясню, где она проходит и как это работает, потому что пока я допер, у меня минут 30-40, наверное, ушло, чтобы переписываться в чате, я не понимал, что происходит, как в нее играть. Трансляция всегда проходит по ссылке Twitch.tv Mecha Fight Club. Ссылку можете взять в анонсах, вот здесь есть Twitch, и это вот их ссылка. Здесь, значит, идет трансляция, и в левом верхнем углу написан код, который дает доступ к сайту. Сайт называется jackbox.fun. На этом сайте нужно вводить. Ну, вернее, .fun — это для русскоязычных, а для других, наверное, по-другому как-то он через точку. Вот, здесь нужно будет вводить тот самый код четырехзначный, который слева вверху экрана у стримера. Здесь мы пишем, кто ты, я писал и никнейм Дискорда, чтобы было узнаваемо. И когда идет раунд, в данный момент, если идет раунд, и вы не успели, то вы уже вне игры, вы просто зритель. Как только начинается следующий раунд, будет пауза, и нужно успеть следующий код ввести, и никнейм, и нажать играть. И вы все, вы ждете, когда заступают остальные игроки. В стриме вы наблюдаете, сколько игроков, пошла игра. Затем там начинаются разные вопросы. Мы играли в какие-то варианты типа ложь или правда. Каждый отвечает, каждый пишет, что ложь, что правда, какие-то свои варианты ответов. И мы должны угадывать, в общем, в целом, там, отвечая на вопросы и получая соответствующие баллы. У кого больше баллов, тот и красавчик, в общем. И следующий вариант — это регистрация в покер. Здесь будет всего 200 человек максимум, и нам нужно зарегистрироваться для этого. Для этого переходим на их сайт, и здесь нам тоже нужно зарегистрироваться. Нажимаем кнопку, нас перебрасывают на регистрацию, вернее, на вход. Здесь мы выбираем, допустим, Discord или Twitter, так как у нас на официальном сайте мы авторизовали. Нажимаем, значит, переходим, возвращаемся на нашу страницу. Здесь снова нажимаем на эту кнопку, и у нас будет предупреждение, что вы не можете зарегистрироваться, пока вы не создали себе никнейм. Я сделал никнейм, соответствующий Дискорду, чтобы было понятно, что это я. После этого мы сможем уже увидеть количество игроков. Здесь получается в данный момент у нас 3 страницы. На каждой странице по 50 игроков. Указаны уже зарегистрированные игроки и те люди, которые подали заявку и ждут подтверждения. Вот, получается, что из 200 игроков сейчас на данный момент 150 мест уже занято. Так что, если вам повезет, залетайте. Призовое место будет роль Мехаголик.
То есть та роль, которая претендует на дополнительные плюшки. В принципе, все рассмотрели. Регистрация на сайте, в апдейтс поучаствовать в опроснике, на Твиче зарегистрироваться, находиться на АМА, стримах. Тут осталось всего ничего, как бы. Далее, возможно, поучаствовать в играх, если кому-то заходит или кто-то успеет увидеть. Закидываем арты, регистрируемся в покер и немного активничаем в паблик, желательно в паблик. Вот у нас есть из команды кто-то, мы там, допустим, зашли, какой-то арт хотим скинуть. Кстати, скидывайте только ссылки с Твиттером, потому что YouTube там или еще какие-то иные, они будут баниться, вам будет бот предупреждение выкатывать, это как бы не очень. Здесь разрешены только с Твиттера ссылки. Вот можно пингануть, написать привет, там посмотри, зацени, пожалуйста, вот я сделал, я впечатлен проектом и очень жду с нетерпением, вот узнал только что, все узнал и так далее. То, на что гораст, у кого какая фантазия, как бы действуем. Публиковали Google отчет, выручка составила 69.69. Лолсы, типа, ну, попадает прям, это знак. Нужно участвовать. В принципе, я все рассказал, все, что узнал за полдня. Стараюсь успеть сообщить вовремя, пока есть шансы. Если вам понравилось, оценивайте, ставьте лайки, это ваш фидбэк. Спасибо за внимание и всем пока.